город-столица медицины Южной Кореи, Медисити Тэгу. Передовые медицинские технологии Тэгу, завоевавшие всемирное признание, находятся здесь, госпиталь Донсан при университете Кемён. 1999 год с появлением Чэ Джун Вон взошел росток надежды на спасение. Впервые внедрена практика западной медицины в регионе Тэгу-Кёнбук, первая больница с историей медицины более 120 лет. В 2019 году госпиталь Донсан при университете Кемён переехал на запад города Тэгу в новое здание, оснащенное ультрасовременным оборудованием и современной медицинской системой, чтобы начать летопись новой эры медицины. 20 надземных этажей, 5 цокольных этажей и 1012 койко-мест. Крупнейший в данном регионе энергоэффективный и экологичный зеленый госпиталь. Центр сердечно-сосудистых заболеваний. Лидер в хирургии сложных цереброваскулярных заболеваний. Четвертое место в Корее по пересадке сердца. Онкологический центр, проводящий интенсивное лечение сложных болезней и заболеваний тяжелой стадии, гордится своими всемирно известными роботизированными операциями и мультидисциплинарной оперативной диагностикой. Впервые в Корее установлены цифровые ПЭТ, КТ, МРТ, КТ. Система автоматического диагностирования, растворов для инъекций и общая автоматизированная лаборатория. Гибридные операционные залы для одновременного проведения хирургических и интервенционных малоинвазивных операций. Впервые в Корее, за исключением столицы, в структуре госпиталя 3 роботизированных операционных зала. Управление автоматизированным хирургическим оборудованием с помощью голоса. Первая в Корее интеллектуальная больница с системой распознавания голоса. Министерством здравоохранения и социального обеспечения госпиталь Донсан при университете Кемён назначен медицинским учреждением, ориентированным на медицинские данные, признан лидером по разработке моделей смарт-больниц. Помимо этого, внедрена цифровая система нового поколения, мобильного сервиса медицинских обследований, смарт-приложений и прочее. Интеллектуальная больница – система приоритетов пациента, где процесс пользования услугами максимально удобный и оперативный. На крыше имеется вертолетная площадка для транспортировки экстренных пациентов. На территории прекрасного кампуса университета Кемён расположены медицинский институт, медицинский колледж, научно-исследовательский корпус, фармацевтический институт, органически связанные в медиплекс, который совместно с больницами Тэгу Донсан и Кёнджу Донсан обеспечивают лучшее медицинское обслуживание благодаря сотрудничеству и взаимодействию. Кроме того, просторный вестибюль госпиталя Донсан при университете Кемён наполнен светом и природой, оснащен удобствами для исцеления тела и разума пациентов. Организованное управление чистой зоны хирургического центра, соблюдение лечебно-охранного режима отделения реанимации и интенсивной терапии с одноместными изоляторами. Прилагаются все усилия для безопасности пациентов и профилактики инфекций. Эффективная централизованная система лечения, уютные палаты с видом на природные пейзажи. Весь процесс лечения от приема до выписки ориентирован на пациента и специально разработан для оптимального медицинского обслуживания. Все сотрудники вносят 1% своей зарплаты в благотворительный фонд, который оказывает медицинские услуги внутри страны и за рубежом. Прикосновение любви, которую разделили во всем мире за прошедшее столетие. Это блестящая история госпиталя Донсан при университете Кемён. Госпиталь мирового уровня. Международный медицинский центр и зал для международных конференций с возможностью синхронного перевода на любой язык мира. На пути к глобализации госпиталь Донсан выходит за границы Медисити Тэгу. Медицинская помощь, осуществляемая с любовью на протяжении более 120 лет. Ультрасовременная медицина, опережающая следующее столетие. С неизменным целительным прикосновением в мир за пределы Кореи. Госпиталь Донсан при университете Кемён.